Подготовка к выходу Тоби в свет велась практически весь месяц, что Тоби жил в нашей семье. Вязались и покупались наряды, подбирались намордники, ошейники, поводки. Но в конце концов мы все-таки решили, что собака есть собака. И не надо над ней издеваться с этими нарядами. Тоби, фу! Хотя жена даже получала некоторое удовольствие, примеряя на Тобика шмотки. Женщина есть женщина. И надо признаться, что все эти примерки обычно заканчивались смехом. Тобик абсолютно не понимал одежды. Вот так вот. Стой, Тобушка, стой. Тоба, фу, Тоби. Вот так вот. Все, бегом. И тепло. И давай бегом. Рот мешает. Тоби, не надо тебе. Цепился зуб. Тоби, фу. Вот. Теперь подтянуть надо вот здесь воротничок. Ой, Тоби, какой ты красивый. Ну ты просто красив. Ну очень красив. Издеваемся над ребенком. Ну давай свитерок этот поправим тебе. Тебе шейка великовата, да? Эти. Да не шейка, а как ему? Как ему объяснить, что не надо рот туда засовывать? Ну, ходи так! И вот, в сказочно красивое утро 3 декабря наш Тоби был разбужен рано утром, накормлен и отправлен гулять. На улице было темно, хоть и горели фонари, но все равно для Тобика это был шок. Он встал и абсолютно не горел желанием куда-то идти. Просто стоял и просился на ручки. Все попытки сдернуть его с места, конечно, заканчивались положительно, но было издалека видно, что желание гулять у него нет абсолютно. Так что имейте в виду, не надо пугать собаку прогулками первый раз в темное время дня. И, о боже, на послеобеденном моционе щенка как будто подменили. Он спокойно дал вывести себя на улицу, надеть ошейник. Спокойно гулял рядом. Ну, естественно, периодически получая вкусняшки за это. На поводке, к сожалению, тяжело научить собаку ходить дома по коридору. Приходилось учить этому на улице прям. Но все равно щенок был игрив и доволен. С удовольствием топал по дорожке, обнюхивал все, что попало. Был в жизни радости. Правда, единственное, бросался ко всем прохожим. Ну, старались не пускать его. Не всякий человек поймет, куда на него бросается даже такая маленькая собачка. Надо отметить, что он спокойно заходил в снег, но не всегда, правда, по настроению, когда увидит там что-то интересное. Тоби. Так как ростик у него еще маленький совсем, то даже не глубокий снег доставал ему до живота. Но все равно, когда был снег, он заходил, обнюхивался и бежал дальше. Так что собак в нем как будто подменили. Вот видите,
Вот из этого следует, выводите первый раз собаку в светлое время суток. Ну а на вечерней прогулке мы с нашим питомцем уже с удовольствием отрабатывали выученные дома команды. Тоби старался. Не всегда, правда, правильно получалось. Но было видно, что он старается и спокойно относится к снегу. Ну и под настроение носился по этому снегу, как заводной. Набегался, и мы пошли спать. И я думаю, нашему малышу сегодня будет сниться красивая предрождественская зима. Спокойной ночи. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.